жопу въехали нам, чё? Ёб твою мать, пиздец, блядь. Компания в Нью-Йорке должна некоему парню $23 миллиона за молитву об Америке. Ёб твою мать! Антон, блядь. Твою мать. Да, а чего я буду делать? Общее мнение экспертов относительно урегулирования обоих ближневосточных конфликтов немного, излагают московские. Сегодня нашим гостевым званием. Я ж там весь магазин могла вырвать. Убежать, блин! Там лет. Ну не было ты. Зашибись. Ух, ничего себе. Глянь, саданул и решил соскочить. Отвернуться? Нет, убежать решил. Сотворил аварию. И убежать? Да. А он за ним стал. Ну, почти. Вот какие. Он его обидит. Чё ты правда все мне потом? Опа. Ой-ой-ой-ой, тормози. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тормози. Слушай, человеку жить нет. Помочь, может, надо, ё-моё. А блин, если это свидетель пойдёшь, хана. Обстоятельствах контролируйте свои эмоции и старайтесь поддерживать душевное равновесие. Заеби. Ой, 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 бля, ой, блядь! Машина, да машина улетела в кювет, ёпта. Чё, сейчас передо мной. Сейчас, подожди. Ёпт твою мать, ты дурак, что ли? Блять! Школу не пройти, у меня молодец. Ёб твою мать. Горцует, блядь. Мама коника. Интересно, они тоже сюда? Куда нахуй ёб? Пиздец. Ёб твою мать! Ебать колотить, сука. Почему 5? Бабушки Люды и дедушки Валеры. Опа! Опа! Опаньки! Вот это да! Видел аварию? Блять! Блять! Блять, сука. Алло. Привет. Ты едешь или чё? Я тебе перезвоню. ебаный в рот, блять, урод ты. Ёб твою мать. Да, авария. Нихуя. Ебать. Придурок, сука. Гандон, блин. Открой ему пакет. Ну ты чё, куда летишь-то, блядь? О, блин. Что делать-то? Помогать, чё? Игорёк, как так? Максим остановился.